Не спи! Смотрите, Бирка! Эй! Я тебя не слышу! А ну открывай! Что случилось? Да вот старший опять наглеет. Ну-ка дай я! Я все, пожалуйста! Кто-то же не стала с нами связываться! Ага! Называется. Попросила помощи. Нет! Эй! А ну входи, я кому сказала? Да нет! Что случилось? Разберись с ним! С кем? С Максом? Да! Ну окей. Эй ты, выходи! Ты что там шепчешь? Эй ты, а ну выходи! Тебе сейчас Даниэль задаст! Кто задаст? Никто. Не знаю, вообще никто. Ты? Он, задай ему, давай, да. Ну все, мне конец. Понял. Да, Даниэль, задай ему, да. Ксюша, помоги! Куда собрался? Эй, хватит спать, рот, нам скоро идти на построение, это дурацкое. Хватит дрыхнуть, пошли давай. Слышал, что тебе грэндпа сказал? Давай, пошли. Ой, да готов, готов, я встал уже, встал. Акскауты, стройся! Проверка формы и рук. Ногти стрижешь, красавчик. Ой, чуть не опоздал. Ты опоздал. А, что-то забыл одеть? Штаны на месте. Может, причесаться забыл? Или что подлежал? Ты почему в своем обычном образе? Чего? Чего? Ты совсем? Молодец, 20 очков поправил. Надо что-то делать. На, прикройся. Что? Зачем? Как? Ноги видны! Ноги! Че, как прикрыть-то? Прикройся ты! Так, старший отряд! Сань, прикройся! Да как? Давай, давай! А что это с ним? Да все нормально, ему плохо, да? Да-да! Отведите его туда в медчасть! Мы в медчасть! Я помогу. Ага, иди, отведи его. Что-то тут нечисто. Ты что натворил-то? Ты что в таком виде? Ты что, решил все мои планы нарушить, да? Нет, я не знаю, почему я стал самим собой. И вообще, это было твое зелье. Ах так? Стой, Грэмми, не трогай его. Да! Он не виноват, что с зельем что-то случилось. Надо просто сделать его снова. Ладно, пойдемте к нашим пленникам. Мне нужен волос для оборотного зелья. Иду, иду! Навалял бы тебе. Давайте. Что-то не то с этим старшим отрядом. Кого-то они мне напоминают. Да кого они могут напоминать? Бры какие-то. Ты их вообще видела? Ага, тут блондинчик прыщавый. Чего? Да я вас... Стой! Тихо, тихо! Ой, ты, Диана, видела? Вся такая из себя! Сама страшная. Какого эти сейчас все волосы плодят? Стой! Стой! Ага, а тут шпала вообще стрёмная. Да, точнее. Стой, не шутит, шутит. Что? Ладно, пошли, опоздаем на обед. Ага. Все, как только закончим, я их уничтожу. Пошлите. Да-да, ништяк, бабка, хороший план. Они сбежали. Блин. Ой, что нам делать? Что нам делать?
Так, не паникуем, мы что-нибудь придумаем. Мне нужен только волос, тут по-любому что-нибудь осталось, да, от них. Точно! Откуда ты знаешь, где именно его волос? Ай, блин, точно. Будем пробовать все, пока не найдем нужный. Но зелье же действует долго. У меня есть антизелье, но оно слегка противное. Какая гадость. Правда, применить его можно только через 15 минут. Быстро ищем волос, он короткий. Желательно здесь с первого раза, чтобы зелье не пробовать по несколько раз. Блин, волосы. Вот так. Пей. Может, я просто посижу тут? Пей, сказали. Нет! Давай! Нет! Если ты не выпьешь, я твой фургончик-мороженчик разберу на запчасти. Ладно, засекайте 15 минут. Ничего не происходит. Ну что, получилось? Нет. Так, на, сразу пей антизелье. Ну ты сказал. Пей. Ладно. На, все. Ксюша. Ксюша. Ты что тут делаешь? Ты еще и с ними? О. Как? Не трогай меня, этому рожку конец! Ну все, отлично, теперь не надо бежать. Стой! Мне надо кое-что тебе сказать. Чё? Я хочу... Носить тебя на свидание. Куда? Пойдем. Нет, нет, нет! Ты не видела Дана? Нет, а что такое? Да он хотел мне что-то сказать сегодня. Да все, пошли. Стой. тихо, да? А, сейчас. Чё? Как договаривались? Отлично. Итак, специальная композиция для Ксении. Ого, ты сегодня очень красивая. Ты же знаешь, что ты мне очень нравишься. Твои глаза как океан. Смотря в них, мне хочется утонуть. Твой голос. Я готов весь день слушать твой голос. Вау, да. А ты мне что-то хочешь сказать? Что ты чувствуешь? Да я норм. Чё? Чё? Только попробуй выдать себя. Ладно. Ты что, ничего не скажешь? Да, нормальный ты пацан. Чё? Давай. Ну, у тебя это, рожа красивая. Чего? Точно, ты этот, чёткий качок. Ух ты, правда, ты заметила? Я начал качаться. Пронесло. Ладно, давай пожрём. Я говорю, давай покушаем. Капец, как жрать хочется. Ничего себе, тебя аппетит зверски. Фух, нормально так червячка заморил. Ла. Я хотел себе подарить что-то. О, отлично. Подарочки я люблю. Но сначала... Чё? Нее! Ой-ой! Чё, сработало? Будь здорова! А, что ты делаешь? А ну отдай сюда! Нет! Отдай! Мой подарок! Отдай! Нет! А чё тут происходит? Сюрприз. Вот так сюрприз. Да, не будем мешать.
Убери себе дылда! Стой! Эй! Я не дылда, я просто высокий! Обидно же! Кто задаст? Ну, повезло, что я бабок не бью. Готовы? Нет, я нажал. Они же бежат! Куда? Куда? Мне хочется утонуть. Ну, ладно. Я готов весь день слушать твой голос. Спаси! Ha 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 ha!